Внимание, проводится задержание нарушителя, код 6. Объект очень опасен, повышенная агрессивность. Экипажам не занятым на срочных вызовах, приготовиться и ждать дальнейших указаний. Работаем на спецканале. Объект скрылся, окружайте мой квадрат. Внимание! Прежде чем скрыться, нарушитель двигался на восток. Немедленно отцепляйте этот район. Отмена предыдущего. Вижу объект. Не собирается сдаваться. Так мы тебя заставим. Объект столкнулся со мной. Пока что без повреждений. Экипаж выведен из строя. Есть пострадавшие. Готовьтесь, парни. Предлагаю по сигналу брать его в коробочку. Нарушитель меня потонул. Умеет? 10.42. 10.42. Не жалей машину. Не удается остановить его или выйти на позицию для задержания. Оцепляйте указанный район. Передаю вызов на пост 3. Ага, вот он, пост 3. Глазам не верю. В мою машину врезался какой-то лихач. Сейчас я его догоню. 10-4, выполняйте. Диспетчер, у нас 10-35. Скорую в мой квадрат. Диспетчер, давайте все, что у вас есть на этот момент. Я не шучу! Принято. Браво, 4-1. Есть свободная машина, направляю к вам. Он врезался в машины! Сабельсьер-1, мы следили за погоней и перекрыли вероятный путь ухода. Что код 6 двигался на север. Начинаем оцепление района. Передаю вызов на пост 2. Вижу нарушителя. Все ко мне. Внимание у патрулей. У нас погоня, код 3. Всем, кто не занят на срочных вызовах, приготовиться и ждать сигнала. Подробности на экранах. Работаем на канале 2. Продолжаем погоню. Внимание патрулям.
Идет преследование нарушителя, скоростная погоня. Работаем на канале 2. Засада не сработала. Он уходит. 10:33. Я повторяю, все срочно сюда. Он ушел. Надеюсь, попадет на оцеплению. Диспетчер, вижу код 6. Продолжаем погоню. Въезжает на автозаправку. У нас авария и пожар. Срочно вызывайте врачей. Из них указа. Он разнес всех наших. Пришлите сюда хоть кого-нибудь. Высылаем всех, кого нашли. Код 3 в ваш квадрат. Держитесь. Ребята, я собираюсь прижать его к обочине. Теперь быстрее. Берем, пока объект не в состоянии скрыться. Не растягиваемся. Сейчас придумаем что-нибудь. Объект скрылся. Ищу его. А, вот он. Продолжаем погоню. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Ждите подробностей.